А сейчас на эту сцену выйдет президент математического кружка, председатель сообщества волонтеров, редактор школьной газеты и ее собственного феминистского журнала Брэнди Клайн. Проваливай, девственница! Мы сделали это! Забей на свое семейное сборище, поехали на вечеринку! Ой, здрасте, судья, миссис Кларк. Перед тем, как уехать в колледж, мне надо зарегистрироваться, познакомиться с будущими соседями, пришить ярлыки на одежду. Боже мой, остановись, мы едем на настоящую вечеринку! Отрываемся по полной! Какой отстой! У них точно стоит! Я ухожу, мой отец судья, ему это не понравится! Подождите, а это кто? Расти Уотерс. Можно и остаться ненадолго. Первый год в колледже — это сплошной сексуальный марафон. Нужно серьезно подготовиться. Подготовиться? Да, там пенисы повсюду. Пенисы повсюду? Это было так круто. Ладно, начнем. Все это я должна успеть сделать до колледжа. Работа рукой, работа ртом, работа языком. Шокер. Может, это какой-то сюрприз? Макание чайных пакетиков? Наверное, что-то британское. Этим летом. Закусочная Биг Бан, чем могу вам помочь? Я решила лишиться девственности с Расти Уотерсом. Не желаете еще картошку фри? Нет. И какой план? Я симпатичная, умная, а если стану экспертом в сексе, он точно меня захочет. Сама говорила, что это не главное. Надо освоить жемчужное жерелье. Это должно быть что-то очень элегантное. Поверь, это совсем не элегантно. Автор сценария и режиссер Мэгги Керри. Что это, шорты или юбка? Ни то, ни другое. Эта цыпочка сумасшедшая? Да. Я тебя понимаю. Мне такие нравятся. Я укусила его за сосок. Не знаю, зачем. Понятно, к черту секс, вот что важнее всего. Смотри, я сижу на нем верхом. Слезь с меня! У меня депрессия. От теории... Здесь так влажно. К практике. Классный купальник. Да ничего особенного. Кажется, ты потерял верх. Мамочки! У меня сиськи и то больше. Что, Джена, твои дети никогда грудь не видели? С кем переспать? Ты заезжал ко мне, чтобы извиниться? Да, я хотел как лучше. А Брэнди дома? А у тебя есть член под этим пончо? Ну, вместо этого трахнул твою сестру. И нас застукал твой отец. Папа! Здрасте, я Вилли. Начальник Брэнди. Она у вас замечательная. Как и ее сестра, вы воспитали двух прекрасных дочерей. И у меня даже не пропала эрекция.